Одним з найкращих способів берегти себе від застуди завжди вважалося загартовування. Але сьогодні розпочинати цей процес вже запізно. Перші кроки рекомендують робити влітку. Тож, аби не підхопити підступний вірус, медики радять терміново робити щеплення від грипу. Це захистить від важкого перебігу хвороби та ускладнень, але не вбереже від звичайного нежиттю. Кінець жовтня – саме час для вакцинації. От тільки препарату у покровських аптеках поки немає. Вакцина завезена на Украину, но вакцина проходит растаможку, и поэтому надеемся, что на этой неделе, как нам обещают все аптеки, куда бы мы ни обращались, значит, что у нас будет в аптеках, поступит у нас свободное пользование именно эта вакцина от гриппа. Поэтому каждый человек, кто хочет быть здоров и обеспечить и себя, и свою семью тем, чтобы не заболіть, повинні подумати об этом і обратитися к своєму доктору. Також варто вже зараз запастися оксаліновою маззю або маслом чайного дерева та дотримуватись простих правил, які здатні досить ефективно захистити від інфекцій. Каждый должен организовать свое рабочее место. То есть на работе и у него должно быть, во-первых, помещения должны проветриваться. Очень многократно в течение дня каждый должен мыть руки. Лучше всего использовать для этой цели это хозяйственное мыло, самое обыкновенное хозяйственное мыло. Также должна проводиться влажная уборка везде. Если человек заболел, то он должен иметь совесть, и для того, чтобы не заболели те, которые рядом с ним, он должен остаться и полечиться первые хотя бы 3 дня дома. Дуже корисно вдома і на роботі для профілактики захворювання використовувати ефірні масла. Також лікарі радять тримати ноги у теплі. Втім, зігріватися необхідно не лише зовні, а й зсередини. Найкраще – трав'яними чаями із шипшини, малини, лимону та ямбіря. І у жодному випадку не вживати медичних препаратів без консультації лікаря. Никаких препаратов, которые являются противовирусными, принимать до того, как человек заболел, не стоит, потому что они никак не будут действовать, им просто не будет места приложения. Только лишь в том случае, когда заболели, вот тогда лечение начинается с противовирусных препаратов. И то это все должен расписать доктор. Ни в коем разе не принимайте антибиотики. Антибиотик очень серьезный препарат. Это препарат, который имеет как положительное действие, воно також має і побочні дії. Водночас, скільки б лікарі не закликали звертатися до медзакладів, більшість людей все ж таки займаються самолікуванням і не квапляться бігти до фахівців. Якщо в мене кашель, я починаю зірочкою тут натирати, нос натирати, все. Чай, може би, піти? Ну, чай – це само собою, з малинкою. Я лічусь своїми народними методами, тому що зараз препаратів дуже багато, вони... Как сказать? Дорогие? Нет, кроме того, что дорогие для пенсионера, они еще и некачественные. Ну а как? Вот расскажите. Как я? Беру лимон, беру чеснок, беру лук, беру ряд трав от заболеваний. Значит, беру, у меня есть, я выращиваю золотой ус, который очень хорошо помогает. Чай пью с малиной и с медом, пытаюсь лекарства не пить. В первую очередь нужно попарить ноги, если чувствуешь, что заболеваешь. Ну, а так надо идти к врачу, если уже заболел, по-хорошему. Народные средства – это баня, в первую очередь. Баня – хорошая парилочка. Самое первое – это, конечно, чеснок и лук. Вот. Ну, может быть, какие-то иммуностимуляторы. Но в основном здоровый образ жизни. А ще медики просять, за перших симптомів залишайтесь удома. Вбережете таким чином не лише себе від ускладнень, а й оточуючих від інфікування.